Так выглядело здание последние лет 50. В целом же бывшей царской конюшне целый век. Косметические ремонты выручать уже перестали. Дагомысская школа искусств совсем обветшала. Провести масштабный ремонт глава города поручил сразу по завершению учебного года. Ход работы Анатолий Пахомов инспектировал все лето, чтобы строители успели сдать объект в начале осени. И вот сегодня школа искусств номер 2 вновь открыла свои двери для юных талантов. В этом учреждении учатся целыми династиями. Еще недавние выпускники приводят сюда уже своих детей. Местные жители не верят своим глазам и тому, что здесь больше нет привычной глазу серости. Безумная радость, безумное счастье, что у детей нормальные условия появились для образования, потому что сравнить, ну, невозможно просто. Все располагает к тому, чтобы дети ходили сюда с большим желанием и получали только положительные эмоции. То, что сегодня случилось, это настоящий праздник. Праздник искусства, праздник труда. И сколько потрудилось здесь сердец и теплых рук, и внимательных глаз, и неравнодушных вот людей. Низкий поклон 100 раз спасибо. Дети – это будущее. И пусть это будущее растет в хороших, достойных и ярких условиях. Конечно, рады мы, что сделали нам ремонт. Очень здорово. Надеюсь, что и другие дети. У меня 3 детей. Надеюсь, что и младшие пойдут сюда, потому что мне очень нравится. Школа замечательная, преподаватели отличные. Новая крыша, стены, пол. А ведь старые разрушали корни деревьев. Появилась здесь и пристройка. Изменилась дорога возле школы. В целях безопасности ее расширили. Дети ходили по полуразрушенному асфальту к входной группе. А сегодня мы очень рады пригласить детей к новому входу, к новой входной группе, в новые обновленные светлые классы. Сегодня мы, конечно, очень горды тем, что дети чувствуют себя в атмосфере прекрасного. И, конечно же, это в первую очередь будет способствовать их духовному и культурному развитию. Музыка, живопись, танцы. Во второй школе искусств работают 3 отделения. В скором будущем выбор специальностей здесь может расшириться. Впрочем, как и сама школа. Помимо открытия филиала в ЛАО, в планах руководства города строительство нового здания учреждения дополнительного образования. Я так рада, что все наши пожелания были услышаны, что сегодня наши дети приступят заниматься в светлых, красивых аудиториях. У нас с вами, конечно, еще много работы. Мы не все с вами закончили. Мы с вами обязательно дождемся того времени, когда школа наша разрастется, будет еще больше, поскольку район Дагомыса развивается. Я очень счастлива. Я выражаю общее мнение и нашей администрации, руководства о том, что это очень важное, очень нужное дело. К слову, строительство нового здания школы искусств в Дагомысе уже нашло отражение в генплане курорта. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.